Поселок городского типа Бакуриани находится в муниципальном образовании Боржоми и является настоящей жемчужиной Грузии. Еще в царские времена это место облюбовала для отдыха царская семья. Сюда из Боржоми была специально построена узкоколейная железная дорога, действующая и сейчас. В прошлом веке небольшое поселение, окруженное горами Кавказа, привлекло внимание не только жителей республики, но и правительства СССР. Местность идеально подходила для горнолыжного спорта, и Бакуриани стал горнолыжной базой, местом для проведения различных зимних соревнований, отдыха состоятельных людей. Сегодня Бакуриани успешно соперничает с курортами Европы. В 2014 году курорт даже соревновался с российским Сочи за право принимать зимнюю Олимпиаду. Все его горные трассы соответствуют мировым стандартам, а идеальная погода, 210 солнечных дней в году, снискала ему славу грузинской «Солнечной долины». Курорт имеет большие возможности для занятий зимними видами спорта, отдыха и развлечений. Здесь можно на подъемниках или канатной дороге подняться на вершину любой горы, полюбоваться видами Кавказа и спуститься вниз по одной из пяти современных трасс, проложенных на склонах гор в лесном массиве. Все трассы поделены на участки, доступные для профессионалов, любителей или новичков. Совершить прыжок на одном из трех больших трамплинов и получить свою порцию адреналина также можно здесь, в Бакуриани. Экскурсия на вертолете позволит увидеть с высоты птичьего полета горы, Боржомское ущелье и водопады. На катках поселкового парка и отеля «Эдем» можно покататься на коньках, а на снегоходах и квадроциклах летом промчаться по хвойному лесу и горным маршрутам. Все необходимое снаряжение и оборудование имеется в пунктах проката. Действует горнолыжная школа для детей, а взрослым окажут помощь опытные инструкторы. В поселке есть ботанический сад, большая детская площадка, сауны, бильярд, казино и кинотеатр с офисом для туристов. Экскурсии по региону, посещение минеральных источников, конные и пешие походы никому не дадут скучать. Лыжный сезон в Бакуриани длится с ноября по март. Летом здесь также комфортные условия для отдыха, осадков мало, туманы редки, средняя температура воздуха не превышает плюс 22 градуса, а лечебный горный воздух напоен сосновым ароматом. Жилье для туристов и отдыхающих на курорте доступно самое разнообразное. Можно поселиться в частном секторе или в гостинице, фешенебельном отеле или на вилле. В спа-отелях есть гидромассажные ванны, термальные бассейны, массажисты-профессионалы. Цены на все услуги в Бакуриани значительно ниже европейских, а уровень комфорта не уступает европейскому. Курорт удобно расположен, добраться до него автобусом или маршрутным такси в течение 3 часов можно из Тбилиси или Кутаиси, где есть аэропорты. В самом поселке работает автовокзал. Город-курорт Бакуриани продолжает расти и развиваться и не перестает удивлять своими тайнами и красотой. Он с грузинским гостеприимством примет своих гостей и зимой, и летом. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.